Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Последний день календарного лета в среду в Самарской области по-летнему тепло, безоблачно и без осадков, плюс 25, плюс 27. Днем, ночью 17-19 градусов выше ноля. Ветер южный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнечно. Днем 25 выше ноля, ночью плюс 18, южный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 25, ночью 19 выше ноля, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясное небо, плюс 25 градусов в дневное время, ночью плюс 17, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 22%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.